Доброго времени суток, мой дорогой зритель. Я очень рад, что ты зашел именно на мой канал, кликнул по этому видео. Я думаю, ты насытишься полезной информацией, узнаешь всего много нового. И, конечно же, не забудешь глянуть ссылочки в описании. Все они весьма информативные, и там присутствует очень много живого общения. Если ты, конечно, сам проявишь инициативу. Ну что ж, приятного просмотра. Сегодня у нас 13 марта, вышло обновление 8.1.5. Очень много всяких нововведений сделано, к тому же путешествия во времени открыты. Увы, личевские в текущий момент, как бы хотелось видеть дренорские на самом деле, но они будут лишь только 29 мая. Мы делаем нововведение, которое вы сможете испытать только в конце мая. А у нас сегодня вскрытие недельных сундуков. Поехали. Монах, ТК, воин. То есть... Все нормально, все хорошо, вскрываем сундучки, лутаем топ эквип. Вот это да. Неплохо, неплохо на самом деле, это полезная кушка, то есть так как я монком в мифик не особо ходил, да и вообще в принципе на многих персах не особо в мифик ходил, там осваивал только мегакруто и все, был полезен, так сказать. Это вполне неплохой апгрейд для меня, так что я рад, то что такие вещи мне падают после такого весьма хорошего перерыва. Идем дальше. Дальше у нас ДК. Почему у нас по дате получается? 13 марта сегодня. Ой, так это получается... Остается полтора месяца до моего отъезда. Неплохо, на самом деле. Время идет, время тикает. Это классно. Так, ДК. А что я хочу на ДК? Я не знаю, он одетый на самом деле. Колечко на него будет относительно неплохо дропнуть. Оно реально пригодится. А, но нет. Что за неделя сегодня такая? Алло. 425-е ноги, крит хаст. Хотелось бы наоборот, ну да ладно. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, если что. Хорошо, хорошо, мне нравятся такие вещи. Обожаю их. Так, сохранить. Эту вещичку надо будет утилизировать, чтобы вернуть дистиллиум и дыхание. Наложим трансмог. Обожаю этот трансмог, он напоминает мне о сказочных временах Анторуса, когда все было сладко и гладко. Но он, конечно, больше под фроста заходит, по идее. То есть такой ледяной, синий светящийся. Ну, для танка уж ладно, тоже неплохо на самом деле. Особенно с иллюзией чар, которую я использую на свинаре садского крика. Что же на воина упадет? Ну, смотрите. На монка улучшение, пушка, плюс 10 этим левела. На ДК ноги улучшения тоже плюс 10 этим левела. А что упадет на вара? Это интересно. Поехали. С варом-то я вообще никакого контента не делаю в принципе. Ступни. 415-е. Ну это хорошо. То есть, а ты хорошие весьма. Нормально, нормально. В общем, идеальная неделя. Чё по аффиксам? Разъяренный, некротический, тиранический. Но тиранический и некротический, быть может, где-то в каких-то моментах будет неприятно, если босса нельзя раскайтить. Ну а так, в целом, вполне нормально. То есть, самое главное, трэш покайтить. Правильно, да и все. Вот такая вот хорошая неделя для меня. Надеюсь, у вас по луту также все будет хорошо. Сейчас надо будет стрим подрубать, само собой. То есть, после того, как выйдет этот видосик уже на YouTube-канале, будет стрим активен на Твиче. Заходите, посидим, пообщаемся, пообсуждаем различные нововведения 8.1.5. Ну и просто можем о жизни поговорить. Тяжелой нашей, варкрафтовской. Всех вам благ, счастья, здоровья. До скорого. Берегите ноги.